Всем привет, друзья! Жуткий холод. Пол шестого утра. Я говорю всем привет. Вообще, дубак страшный, мы замерзли. Сегодня у нас конкретная экспедиция на лодке. По воде 3 точки. Между ними 4 и 2 по 3 километра. Под Рязанской областью. Ребята, кто из Рязани, вам отдельный привет. Короче, видите, на воде, и там вон речка. Это не мы накурили, это туман такой. Фу, руки трясутся, все, холод страшный. Привезла нас сюда вот эта вот машинка. В общем, сейчас качаем и выходим на воду. Ой, блин, братан, вообще. Камера не передает, друзья, круговорот страшнейший в этой реке. Вот мы и приземлились на берег, выходим, прячем лодку, и спустя 800 метров спустя 800 метров мы должны быть на месте. Оттуда и выйдем на связь, да? Да, это так. Горяченького чайку на дорожку. Пей давай. Туман очень. Чай с базиликом, кстати. Мята, еще давай рецепт, ребята. Видишь, этот шиповник. Базилик, мята и шиповник. Сейчас мы будем зверское. Брухтаться, брухтаться. Ну что ты, подгузник одеваешь? Одевай, одевай. Лепота, погодка, солнышко, фу, стали оттаивать хоть. Ну, сюда мы в этом году уже не попадем, наверное. В этом году попадем, дольше плыть придется. Ну ладно, чай попили, погнали. Поднялись мы, друзья, на место. Почему поднялись? Потому что пришли вот мы оттуда. Туда, видите, так вниз немного, немного. Слева и справа у нас болоты. Так что вот здесь небольшой вот такой островок. Весь в каких-то ямах. Какой-то ров вот идет по краю. Место интересное. Но что здесь было и что сейчас будет, сейчас мы увидим, да? Давайте я вам покажу. Первый прям сигнал у меня, вообще единственный был сигнал после отстройки. И вот. Вот, ребята. Сейчас фокус. Обычное колечко. Я бы даже сказал, кольцо больше по 18 веку. Самое простое, что ни на есть. Обручалочка. Большая, толстая. И вот здесь вот я так полушурф получился уже у меня. Рассыпанная шумелка. Посмотрите, сколько тут барахлища всякого. Вот какой листик. Вот такие вот. Что это было? Это елки, фокус, нет, никак не пойму. как это огромное было. Там все рассыпано, она вся рассыпана. Вот тут даже вот части дерева вот в этой. Вот в этой даже есть. Смотрите. Деревячки какие-то остались. Что это была за шумелка? Как она выглядела, теперь никто не узнает. Увы, будем продолжать искать. Может быть, что-то попадется нам тут целенькое. У Ромки спинка попалась от фибулы, чуть позже покажу. И вот отошел 3 метра. Кто-то из комрадов копал. Выкопал. Вот такая старинная пешня, ребятки, осталась. Выбросили ее, у нее состояние не айс. Можно. Она вот такая, кстати, короткая и была. Ее можно подреставрировать, я ее заберу. Ее можно подреставрировать. Болгаркой срезать. И на реставрацию и останется пешня. Главное нам понять, что за период. Так, эту деталь я забираю с собой. Если кто... Может быть, сейчас какие-то находки у нас поинтереснее будут. И мы сможем определить период, возраст. Никак еще пока не определили. Но то, что до монгол, это точно тут. Блин, забыл уже, где повесил свой рюкзак. Потому что в него надо положить еще одну деталь, ребят. Это прям вот сверху, пацаны, я вот так вот, вон ногой отвалил. Смотрите. Еще одна маленькая пешнюшечка. И что это, совня или как? Не совня, с улицы. По-моему, так она называется. О, вот эту часть надо оторвать. Окисление. И получается офигенная вещь, ребят. Кто-то наложил тут. Чермет не собирали. Ну ладно, пока буду ложить в карман. Потом возьмем, подреставрируем. Так, а здесь у нас что? Пряжка. Железная. Угу. Ладно, пойдет. Ромка тут по соседству у меня сидит в лунке. И у меня тут... Блин, а куда я положил? А, о. Смотрите, ребятки. Какая шикарная накладочка. А? Ух, какая. Ух, какая. Заклепчики ее. Это что-то... Ну, ремень, наверное, скорее всего. Скорее всего, ремешок. Жаль, не зелененькая. Ну, тоже такой сохранчик нормально. Всем приятного аппетита, кто сейчас кушает вместе с нами. Смотрит нас и ест. У нас... И пьет. Ну, и пьет тоже, конечно. Ну, раз так завелось, тебе показываю, что, кто что ест. Вон, колбаска, сырок, сальца, сало вареное и... Такой он колбаска. Здесь кофеек у нас. Здесь вот базилик, чаек. Яблочки, друзья мои, помидорчики. Ну так вот. Ну такой вот набор туриста, так сказать, да? Арбуз. Арбуз. Набор туриста. Да. Сейчас находка, я повторюсь вам, находка у меня уже найдена, но я этот отрезок, когда я ее нашел, я вам решил показать после обеда, да? Чтобы так интрижку. Чтобы это, не потеряли аппетит. Интерес, да? Не потеряли интерес. Да кто ее знает? Сейчас до вечера далеко. Сейчас, может быть, еще что-нибудь найдем более интересное. Ну, хочу сказать то, что коп сегодня в любом случае уже удался. Мы пришли туда, куда хотели, нашли то, что искали. Приятного еще раз аппетита. Кушайте, не обляпайтесь. Спасибо. А вот какой необычный предметик. Видите, ребят. Ха! Интересно, как это висело вообще. Что-то похоже как на сюльгамку, фибулку, что это такое. И вот это, блин, что это такое вот есть? Что это за штучка? Господа, кто угадает, скажи, что это за фибул или что это, как период, может, кто знает какой. Фу, сегодня я даже шапку ни разу не одел. Мухи одолели эти лосиные. Ой, лазить тут по кустам. Солнышко куда-то спряталось за облака, как бы дождика не было. Блин, друзья, сейчас офигеете, что я вам покажу. Я офигел, блин, смотрите. Маленькая луночка. И смотрите, какая у меня находка. Просто бомба, блин, смотри. Сухая вообще. Вообще сухая. Внутри что-то он какая-то веревка вставлена, что. Я охренею, бля. Сейчас хочу повесить куда-нибудь, чтобы заснять симпатичный ракурс. Сейчас вот сюда повешу, сниму для вас. Ой-ой-ой, падает. Чуть перевешивает, одна лапка ее перевешивает. О, вот, друзья, вот это, друзья. Давай, фокус, елки-зелки. Вот это вот красотища. Ты чё крякаешь там, лазишь? Лазит тут, лазит. Смотрите, пацаны, прям под сосной лежит себе, полеживает. Вот такая с улицы. Такая прекрасная. Сохран так себе. Да. Я бы даже сказал, я фокус настроим. Такой уставший сохранчик. Но тем не менее. Но тем не менее, ребята. Это находка. Мы ее забираем. С улицы. А вот, под сосной лежит. Так, у нас уже вечереет, друзья. А чего вы не спрашиваете? Чего ты все показываешь, свои находки показываешь, а Ромкин не показываешь? Хвастайся. Роман у нас сегодня тоже с хабаром. Это пипец, ну-кся. Офигеть. Просто офигеть, ребята. Вот это мы сегодня дали. Вот это мы сегодня дали. Вы видали, как мы сегодня дали? На камере отсвечивает, как будто, блин, это серебряный прям. Так, сейчас мы эту тоже вот так повесим. О, у нее даже крючочек тут есть свой. Ух ты, ребята, фокус. Так. Офигеть, вот это шумелочка. Тут я понимаю, да? Вон какое-то сердечко. О, нифига. Ну что еще-то нашел, показывай. А вот это что такое? Во. Спинку фибула, мне кажется, да? Такая Т-образная. Только не говорите, черняховская культура, ребята. Это какая-то другая. Это какая-то другая. Это вам не... Тут вам не там. Сейчас фокус ловим. Оп! Есть! Ну ладно, давайте с руки покажу еще раз. Волшебно. Просто шикарно. Так, с обратной стороны. Чернин показывал? Чернин, да, показывал. А, во, ну кстати, а это тоже. Ребята, это примерно век так 10-й. Колокольчик железный. Смотрите, цельники. Ну-ка погреми. А вот это, во. Вот, друзья, подписчики и гости канала, прошу. Ну, это, может, подскажите, что это? Что-то. Ну, что-то конское, вот, а что вот, именно? Вот видишь, какая красивая. Да, вот это держи, я покажу. Здесь, смотрите, вообще, это какой-то конь был ферзевый. Ферзевый, смотрите, какие тут рисунки. О, да. Тут не ленился, и на той стороне также. Вот так вот. Вот такие вот находочки, конечно, подуставшие. Но ничего. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки. Ну а мы с вами прощаемся, друзья, да, Роман? До новых встреч. Пока.